Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. И сегодня будет у нас модификация против Херобрин. Ребята, Реборн! Ух ты, смотри, какой Ляна нас смотрит, ребята! Майнкрафт, все дела, и... Шикарная просто шокальная картиночка нас встречает. Сторимод. Залетаем, залетаем. Новенькая модификация. Три песенки, хорош. Так, давай мы, знаешь, сюда вот зайдем, вот так вот перезайдем. Ага, все. Я просто там уже вроде как сложность поменял, там слышал тюнь-тюнь-тюнь. Вот иногда так можешь поменять. Space to skip intro. Интро нет, мы посмотрим, как все это начиналось. И чем это заканчивается. Ну, закончится, я думаю, хорошо все, хорошо. В тегах написано было крипипаста. Папа-паста. Папа-паста, крипипаста, ребятки. Алмазный броник. Даже кепка алмазная, ля! Ты прикинь, я только сейчас понял. Хорош. На горячем блоке стоит. Что-то у него жопа там полыхает. Вот мне интересно то, что вначале можно было пропустить интро. Что это значило? Нифига начинается как... Херобрин стоит на тотеме призыва. Погоди, что он там призывать-то собирается? Там кровь какая-то, что происходит? Это тотем призыва Херобрина. А что, реально его призвать, ребята? Пойдет, ребята. Папку, кого там придавило, пришло? Папку с третьим подъездом. Блин. Жалко бабушку. Однако. Рекомендуется, написано. А что там рекомендуется? Почему рекомендуется? Это типа в начало песни начнется, если я там пропущу. Не, мы пропускать с тобой не будем. Мне прям интересно, что сейчас будет. О, ребята. Хорош, ребята.
Блин, я что-то вообще, ребята, залипаю. Так, погоди, сейчас у нас уже закат. А дальше ты понимаешь, что будет? Жаркая ночка. Хера, блин. Жесть. Ну, бойфренд, держись. Охренеть, у него 2 алмазных меча. Ого! Бит вообще топовый, ребят. Тан-тан-тан. Жесть. Боже, какой просто кайфовый бит, а? Я не знаю, я просто залипаю, ребята. Я не знаю даже, что сказать, потому что это просто потрясающе. Особенно вот на 2 минуты оставалось. Блин, как имбово вот это было. Как он ускорился, просто шикарно. И вот сейчас, ребята, финалочка, как ты видишь, уже стемнело. И вот сейчас будет у нас жарешка, я так понимаю. Сейчас что-то такое дикое, будет лютое. И луна у нас на заднем плане, квадратненькая такая. И его квадратные глаза меня напрягают, ребята. Ля летает. Летает он очень быстренько, ребята. Это Шеги. Это Шеги, походу. Триггл, триггл. Да куда ты, господи, антивирус-то зачем? Вот что там он призывает нехорошее. Опа! Жопа начинает гореть! Офигенно, вот такой.
такое я просто обожаю, ребята. Это просто круто. Так, о, как раз и все. Вот это круто. А где жизнь? Жизни нету, ребята. Погоди, попробуем сейчас понажимать найти. Ну, я думаю, что не надо. Хотя пойдет, слушай, нажимать на стрелки-то походу полезно эти. Это фаерболы от Гаста. Тогда все логично. Блин, ну дождь еще такой напрягающий, да? Ребята, я не знаю, как у вас там на стриме, но мне кажется, там все пиксельно-пиксельно. Фух. Хорош. Капец, мы там миссов 22. Пойдет, ребята. Блин, хорош. Вот эти моды я люблю, ребят. Что не прям супер здесь. Спам-система, короче. Спам-система немного есть, поэтому... О боже. Ё-моё. Ля, какой паренек красивый, а был. Это в реальной жизни, да, Херобрин наш? Мне понравился, ребята. Хочу тоже, как он быть. Красавчик просто. Хорош. Ну-ка, давай зайдем во фриплей, ребята. Все. Ладно, пойдет. Ребят, не забывайте ставить свои жирненькие царские лайки. Конечно, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки. Хорош.